четвертый раз плацдармом реконструкции становится берег Березины. Именно здесь был победный бой, перевернувший ход событий. Легендарная битва под Бобруйском предопределила успех и конечный результат – разгром немцев. В ходе сражения советские войска уничтожили 3700 вражеских солдат и офицеров, более 4000 взяли в плен. В результате 8 военнослужащих были удостоены звания Героев Советского Союза. Кровопролитное событие проложило путь к успеху операции «Багратион». Мы реконструируем события, которые произошли конкретно на локальном участке, где 28 июня 1944 года подразделение преимущественно 3-й армии генерала Горбатова вышли на единственный исправный во всем Бобруйском районе мост. И захватив этот мост, во-первых, замкнули Бобруйский котел, соединившись с 65-й армией, а во-вторых, отразили 26 до 26 контратак противника и пропустили по этому мосту целый танковый корпус на Минск. Участниками стали около 400 человек из клубов Беларуси, России, Прибалтики и Израиля. Артиллерия, мотоциклы, большое количество пиротехнических эффектов погружают в ужасающие события июня 44-го. Все прошло великолепно, исторически достоверно все, как бы сложился сценарий. И очень хорошее впечатление этой реконструкции. Растет не только количество участников, зрителей заинтересованы не меньше. Этот год поставил рекорд – 12,5 тысяч человек. От мала до велика пришли получить массу эмоций и увидеть своими глазами, как это было. Война – это страшное место, и чтобы в дальнейшем такого не происходило. То, что вот я на это смотрела, и очень было страшно за тех людей, которые воевали. Помнить подвиги тех, кто воевал за нашу страну, за все остальные страны, за Родину. Я считаю, что надо посещать такие, особенно молодежи, чтобы наш патриотизм не, как сказать, не увидал. Это наша история, которая будет всегда, особенно у белорусского народа. Страницы истории невозможно переписать или вычеркнуть. Беларусь пережила все ужасы войны. И нам, потомкам героического народа, важно почитать и помнить каждого третьего белоруса, который пожертвовал своей жизнью за мирное небо. Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.